Всем-всем большой привет! Получила я сегодня свой заказ с интернет-магазина ym.ru. Второй раз я сотрудничаю с этим магазином. В прошлый раз я показывала вам кисти в тубе, кисти для макияжа, от которых я осталась в полном восторге и которыми пользуюсь с огромным удовольствием. В этот раз я себе взяла сумку женскую и женскую спортивную обувь. Такие кроссовки, ботиночки, ну, увидите. Давайте начнем с сумки. Сумка вот такой фирмы. Я взяла в черном цвете. Еще именно эти модели были бледно-фиолетовая, серая, ну и вот черная. Сразу по размерам скажу, чтобы не забыть. 29 сантиметров, 17 и 10 сантиметров. Ручка длинная. Она регулируется, другой ручки нет, только вот этот плечевой ремень. Сзади карман на молнии, он глубокий, до самого дна идет, удобный. И спереди. Чем привлекла меня эта сумка? То, что в ней много отделений. Многие девочки любят такие модели. Идет кнопка, закрывается, то есть вода туда, дождь или что-то подобное не попадет. Открываем первую молнию и... Давайте я все загну, чтобы было удобно. И вот такая сумка-мешок. То есть середина тоже идет еще на одной молнии. И давайте начнем с боковых карманов. Здесь фирма тоже написана это. Карман один на молнии. Глубокий. Документы, паспорт, все туда хорошо войдет. Большой кармашек боковой. Второй большой кармашек боковой. В нем еще один. Уже маленький карман. Подкладка полиэстер с хлопком написано. И тоже на подкладке написано вот эта вот фирма. И давайте смотреть среднее отделение. Вот такой вот мешок. То есть зонт и косметичка. Все сюда хорошо войдет. Потому что все вот эти 10 сантиметров... Это практически и есть среднее отделение. От сумки я просто в восторге. Очень понравилась. Очень удобная. Я люблю такие сумочки. Она с одной стороны компактная, с другой очень вместимая. В ней очень много чего поместится. Для меня сумка это когда умещается зонт. Идут бирки и кусочек вот этой кожи. Это... Я так понимаю, хороший кожзам, который морозостойкий, и ему ничего не делается ни на морозе, ни на жаре. Он хорошо подходит под наш российский климат. Даже влажный воздух эта кожа или кожзам хорошо выдерживает. Дальше. Кстати, по сумке, если сказать, ну, из дополнительного, она была набита внутри, чтобы держать форму бумагой. Шла она вот с этим мешочком, ну не мешочек, даже сумка. Также она была в пакетике полисборном и в пакете шуршащем. То есть это как бы все подробности, которые были по сумке, я вам рассказала. Ну и второе, это женская спортивная обувь. Пришла она мне в такой красивенной блестящей коробке. Название компании обуви вот такое. Качество коробки вообще меня впечатлило. Нравится мне, когда уделяют внимание не только содержимому, но даже упаковке. Взяла я в 37 размере мои ботиночки, они же кроссовочки. И давайте посмотрим, как они упакованы. Каждый ботинок кроссовок в отдельном мешочке. Идет хорошая защитная, чтобы форму держать. И вот так они выглядят. Первый башмачок. И давайте достанем сразу второй. Я вообще люблю такую обувь женскую, чтобы под джинсы. И я считаю, что и юбки, ну не классические юбки, а вот летние юбки, длинные, цветные даже, с такой обувью будут смотреться хорошо. Это спортивная такая обувь. 3 сантиметра каблучок, платформа, подошва. Очень оригинально, видите, сделано. Все это гнется очень приятно. Видите,
тут ткань, вид как будто вязаный, очень интересно. И вот эти вставки были в двух цветах. Вот я взяла серебряную, и были в черном цвете, тоже вот такая она, как лаковая. Здесь вставка идет, видите, наложена, да, сверху как бы. То есть, если вдруг где-то лопнет, треснет, ее аккуратно можно будет обрезать, вообще убрать. А вот это вот уже все пришито, вшито на пяточке. Модель очень красивая, мне понравилась. Размер, как я сказала, 37. Здесь написан российский 23,5. Это по сантиметрам уже нога. Это мой размер, и он соответствует моему размеру, действительно так. Очень удобный, на ноге тоже удобно. Я сегодня походила, правда, по дому. Дома только получилось, потому что на улице сегодня дождь проливной. Довольная я осталась этой обувью, понравилось. Очень-очень понравилось. Вот такой сегодня у меня был заказ. Очень я довольна, все понравилось. Не знаю, что я не сказала. Подошва резина. Вот. Ссылки на то, что заказала я, обязательно оставлю под этим роликом. И на женскую обувь спортивную, и на сумочку вот эту. Ну и на сам сайт. Понравилось мне. Спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока.